сегодня вы увидите. Я его продал за тебя, да он... Я клянусь туалетной бумагой, которая у меня вот сейчас вот рядом, то, что я никогда никого не навру. Ты даун, просто это не эпические какие-то возможности. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня вы видите очень угарное видео, в котором школьник продаст свой керамбит за 0.03. Но перед его началом, пожалуйста, поставьте огромный лайк и подпишитесь на мой канал, потому что если мы, ребята, наберем 5к лайков и 2000 новых подписчиков за эти сутки, то я вам разыграю любую аркану. Ну что же, а мы идем дальше. Доели стандартные скины в Standoff 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Здорово, малой. Здорово. Короче, слушай, такая тема. Мне сказали, что у тебя есть керамбит голд. Ну да, есть. А что? Ну, короче, я хороший игрок. Давай сыграем на керамбиты. Если, короче, я проигрываю, ты мне его сливаешь за 0.03. Погнали, окей. Давай. Слушай, а мне кажется, или нагибатор написано с ошибкой? У тебя сколько по русскому языку? У меня 5, в отличие от тебя. Нагибатор. Гейб просто, понимаешь, гейб. Я понял, все. Я извиняюсь, я просто не знал. Нет. Ты прав, наверное. Да, я всегда прав. Слушай, короче, а ты мне можешь показать свой керамбит голд? А ты что, не веришь? Ну, надо удостовериться, полюбас. Ну, окей, давай, иди на Б, я тебе покажу свой керамбит голд. Могу даже тебя убить с него. Так, смотри, смотри, опа. Ой. Неплохо, слушай, да? Подожди, а где твой керамбит голд, алло? В смысле, так, он у меня есть, понимаешь, я его просто снял, с другого ака играл. Подожди, но он у тебя есть 100%, да? Конечно, смотри, у меня и стартреки есть, конечно. Они дорогие. А ну, скинь стартрек, я посмотрю. А то вдруг ты меня обманываешь. О. Давай, давай. Вот, смотри, на, так. Бери. На. А, реально стартрек есть? Ладно, ладно, дам тебе шанс. Надеюсь, ты меня не обманываешь. Ты же честный игрок. Конечно, зачем мне врать другим игрокам? А ну, поклянись туалетной бумагой, что ты честный игрок. Я клянусь туалетной бумагой, которая у меня вот сейчас вот рядом, то что я никогда никого не навру и на аккаунт, и на голду. Ну окей, смотри, братан, потому что если ты меня обманешь, то тогда в самый неподходящий момент у тебя не будет туалетной бумаги, если ты понимаешь, о чем я. Да, я понимаю, братан, я уже играл на туалетную бумагу. Так, ну ладно, погнали, давай. Ой, 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 ты еще умрешь, аккуратно, аккуратно. Ах, ты живучий-то какой. Опа! Все, минус ты. Да, как? Как, если я... Ты даун, просто это не эпические какие-то возможности, у тебя читы. Подожди, играем до 5, правильно? Ну, чтобы не очень долго, да, было. До 5, только Б и Тёмка, согласен? Согласен. Окей, полетели, играем до 5, и победитель получает керамбит гол. Пока что я побеждаю. Опа! Ой! Я в голову зажал, что за даунитская игра, это просто дебилизм. Да... Тише, ты там клавиатуру как? Не разбей. Осторожно, там клаву не разбей. Я тебя сейчас расшибу просто как тёлочку. Ого, погнали, погнали. Пока что 2-0, пока что ты что-то вообще плохо играешь. Ой, ты умер. Ты прям заднее сальто сделал. Я прям на тебя смотрел, а тебя там не было. У тебя чит на невидимость, ты через стенки проходил. Честно скажи. Какой чит? Ты гонишь? Я нормально играл. Слышишь, давай не сливайся. Мы играем на керамбит голд. Давай без этого, окей? Не сольюсь, я тебе отвечаю. Сейчас я тебя нагну. Давай. Ты подожди чуть-чуть. Я разогреюсь. Ну я жду, жду. Давай, нагибатор. Я жду. Так. У меня есть план. Очень хитрый. Так, так. Какой же? Обойти меня? Не-не-не-не-не. Я гораздо умнее. Да сейчас я тебя нагну. Так, кого там нагнешь? Успокойся, братан, успокойся. Так, ля-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 ля. Да ну, с ножа меня зарезать. Да ты как, если я подпрыгнул, ты меня в воздухе, что ли, поймал? Это новый чит, что ли, игроков фиксировать на месте? Или скинь мне. Читы это плохо, ясно?
Так, а так ты почему ты их тогда используешь? Я не использую, слышишь, я играю по-честному. Так, 4-0, ты понимаешь, что я уже побеждаю. Давай пятый раунд сыграем на ножах, не против? Давай, давай. Если ты прямо сейчас проиграешь, то получается я выиграл, и ты мне должен отдать керамбит голд. Поэтому давай. Последний раунд играем на ножах. Желаю тебе удачи, желаю тебе не подскользнуться и не умереть. Давай. Так, ну чё, давай. Эй, ты куда? Ты ё-моё. Подожди, а чё ты нарушаешь правила? Ох, в смысле? Так ты вообще не умеешь уворачиваться. Увернулся, я бы с ножа начал резать. Ты рофлишь? Офигеть. Капец, слышишь? Это не по правилам было, если что. Ой, да ладно, не нюнь. Окей, ну окей, окей, ничего страшного, 4-1, я все равно побеждаю, играем до 5, давай. Желаю тебе удачи, успехов, и желаю тебе, чтобы ты мне отдал керамбит голд. Все, все, 5-1, ты проиграл мне керамбит голд. Давай, 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 давай. Сейчас зайду на рынок, и ты мне отдашь мой керамбит голд. Так, ты уже готовишься, да, что его отдавать? Да, 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 да. Так, ну что, сейчас захожу, давай. Давай быстрее! Так, быстрее. Куда спешишь? Подожди, ща. Бля, я его продал за тебя, да, он за ноль... Короче, пока, дебил! В смысле ты продал? Алло! Блин, ребят, походу этот школьник или меня обманул, или реально продал за 003 кому-то другому. Блин, ну уж угарный школьник. Короче, ребятки, поставьте, пожалуйста, огромный лайк за данный видеоролик, напишите в комментариях, что вы думаете об этом школьнике, и самое главное, подпишитесь на мой канал, потому что если будет много лайков и много новых подписчиков, то я вам разыграю крутую аркану. Ну что же, всем удачи и всем пока. Пока-пока.